Высоко, в тропических горах, растет самый ароматный апельсин камсан. Из него вынимают мякоть и засыпают туда самый ароматный чай, выращенный в горах. Более 10 часов выдерживают чай вместе с апельсиновой цедрой в специальной печи при определенной температуре. За это время чай наполняется и насыщается маслами апельсина, насыщается витамином С и другими витаминами, которые есть в апельсиновой цедре. А теперь, дорогие друзья, я хочу показать вам, как же это красиво выглядит. И вы знаете, когда я увидела вот эту картину прекрасную, посмотрите, да, вот этот вот апельсин, высушенный и наполненный вот таким вот прекрасным чаем, со вкусом банана, кстати. Мне сразу захотелось праздника, потому что апельсин, чай, это сразу такая картинка, что мы сидим всей семьей и пьем такой вкусный чай от Faberlic. У нас есть два чая. Это черный чай со вкусом банана и зеленый чай. Ну и, конечно же, я хочу с вами поделиться и показать, как он будет выглядеть, какой у него вкус и какой у него аромат. Итак, друзья, чай я заварила. Написано, что лучше его употреблять без сахара, хотя я очень привыкла к тому, что пью чай либо с конфеткой, либо с сахаром, либо с медом. Но давайте попробуем, как же он звучит. Во-первых, очень приятно пахнет. Сильно цитруса я не чувствую. Больше, наверное, запах банана. И вкус больше банановый. Цитрус, если присутствует, ну, очень тонко, очень тонко. В основном все-таки привкус банана. Я переживала, думала, как банан будет звучать в чае. Довольно-таки неплохо. Всем советую попробовать. Это идеальный вариант подарка к Новому году. Ну, и спасибо вам за просмотр. Приятного чаепития!